городском округе работает множество кружков для детей и подростков от вокальных и художественных направлений до спортивных и акробатических секций. Сделать выбор непросто. О том, какие возможности есть для развития детей, родителям рассказали на встрече в территориальном управлении микрорайона Левобережный. То есть на каждого ребенка выделяется виртуальный сертификат. Он подкреплен деньгами. Деньги на нем, ну, их нельзя никак получить на руки, их можно только реализовать в дополнительном образовании, либо школы, либо до учреждения дополнительного образования, которые работают в этой системе. У родителей есть возможность получить бесплатные занятия по сертификату или взять дополнительные на коммерческой основе.